Папа, мама, мне холодно. Мустафа? Гюльшах! Гюльшах, иди сюда! У Мустафы жар, он горит весь. Пусть скорее приведут лекаря. О, сыночек, мама здесь. Видишь, я с тобой. Все будет хорошо. Валиде Султан желает видеть вас, государь. Что-то случилось, Валиде? Что это? Кто же страдает этим недугом? Мехмед Челеби. Нигер Калфа, отведи ее к шахзаде, а я сообщу в покое султана. О, Аллах, идемте. Ты видишь, лекарша пошла. Твой братик заболел. Надо бы проведать. Я не хочу, чтобы Хатидже снова прошла через такое испытание. Это невыносимо. Что я ей скажу, как утешить смогу? Все знают, чем заканчивается этот недуг, сынок. Не будем принимать поспешных решений. Я не хочу никому быть несправедливым. Я обдумаю все, матушка. Государь, шахзаде Мустафа захворал, у него сильный жар. Это то, чего я так боялась. Вдруг Мустафа от него заразился. Сохрани нас, Аллах. Пошли к нему, матушка. Отпусти, мне больно. Потерпи, Мустафа. Немного осталось, сынок. Он простыл, вот и кашляет. Мой братик пришел, Мехмед. Сочувствую тебе. Как он? Хорошо. Выздоравливает. Уходи. И унеси сына. Мустафа, сынок, ну как же ты? Что ж ты так расхворался? Плохо тебе, да? Очень плохо, сынок. Валиде, маленький шахзаде может заразиться. Да-да. Хюрем, Мехмеду опасно здесь находиться. Унеси его. Мы очень опечалены с Мехмедом. Выздоравливай скорей, Мустафа. Повелитель, вы позволите удалиться? Что с моим сыном? Он простудился, повелитель. Я наношу ему мазь. От нее кашель скоро пройдет, и он поправится. О, Аллах, какое счастье! Ты простудился. Скоро все пройдет. Когда Мехмед Челеби прекратил занятия? 2 недели уже. Я сразу сменила учителя, как узнала. Дети заснули, наконец. Хюрем,
Ты расстроена чем-то? Давай сядем. Расскажи, что случилось. Жмет сердце. Вздохнуть не могу. Нигер Калфа. Меня зовут. Ты за мной? Куда зовут? К султану. Я еще ни разу не была у него после его возвращения. Нигер Калфа. У султана. Кто-нибудь есть? Ну что ты, никого у него нет. Я знала бы это. Знала бы, да. Ты же приводишь женщин к дверям его покоев. Опять ты с ума сходишь, Хюрем. А ну, перестань, успокойся. У меня не будет покоя здесь. Ах ты, мой дорогой. Значит, вы в поход отправились? Да, папа взял меня с собой. Мехмед маленький, его не взяли. Мы с Ибрагимом стреляли из лука. Над нами летали большие птицы. Ух, какие вы храбрецы! Мой папа пришел. Выздоравливаешь, наследник? Выздоровел. Я хочу встать с постели. Пока еще рано. Хюрем Хатун, куда ты? Если что нужно, скажи мне. Ничего не нужно. Я иду проведать шехзаде Мустафу. Шехзаде уже лучше, машалла. Иди к себе, завтра навестишь. Сейчас никак нельзя. Государь изволит там быть. А он опять у них? Да, сидит у изголовья сына. Не стоит их беспокоить. Не беспокоить, а меня можно. Иди, куда шел, Сюмбюль. Ссор. Смотри, я победил. Молодец, сынок. Мустафа, машалла. Матушка. Я ухожу. Ну, давай, сын мой, набирайся сил. Мне надо с тобой поговорить, Сулейман. Я зайду к вам, Валиде. Сейчас у меня важный разговор с Перепашой. Да? Да поможет тебе Аллах. Ты расцвела, как роза. Давно я не видела тебя такой. Садыка, ты ступай. Скажи Хатидже Султан, что я позже навещу ее. И ожидай меня в покоях. Вот так и веди себя. Всегда храни достоинство. Спокойствие, если хочешь остаться с султаном. Я твой друг, ты ведь это знаешь.
И я снова открою тебе дорогу к счастью. Будь терпелива. Гельшах, я чувствую себя такой счастливой. Даже говорить об этом боюсь. Султан опять будет со мной, даже не верится. Да оградит вас Аллах от злого глаза. Да отведет от вас, наконец, все страдания. Советы Валиде вселили в меня уверенность. При нем Хюрем нас тронуть не посмеет. Он не позволит. Храни тебя, Аллах, мой султан. Пусть наше счастье длится вечно. Аминь. We'll be right back.